Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net «Помощник в решении домашних заданий». Номер 1. Урок 28. Вспомним правило. Деление на некоторое число – это операция, обратная умножению на это число. Поэтому при делении числа на 10, 100, 1000 и так далее надо отбросить справа 1 0, 2 0, 3 0 и так далее. Найдем частное, пользуясь схемой, и сделаем вывод. 28 тысяч разделить на 1000. При делении числа на 1000 надо отбросить справа 1 0, 2 0, 3 0. 3 0 в 1000 отбросили слева от этого числа все наши нули в первом числе и во втором. У делимого количества нулей присутствующих делители. Второй пример. 600 тысяч разделить на 10 тысяч. В делителе у нас оказалось 4 нуля, а в делимом у нас оказалось 5 нулей. Значит, в ответ переходит 1, 0. Ответ будет 60. При делении круглого числа на 10, 100 и так далее необходимо отбросить у делимого количество нулей, присутствующих в делителе. Сколько отбросили нулей при делении на 10, 100 или 1000 или 10 тысяч, столько же отбросили их и в делителе. Возникли вопросы, оставляйте комментарии под видео.